Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня я работаю в теплице, занимаюсь пикировкой томатов для открытого грунта на рассаду. И проходя мимо вот этих, которые приготовлены для высадки в открытый грунт в тоннеле, не могла еще раз вам не показать, потому что завтра я их собралась высадить, и в рассаде вы их уже не увидите. Каждый раз прохожу и про себя мысленно говорю: но до чего же хороши в рассаде эти сибирские сорта. Ну вот ни забот с ними, ни хлопот. Вы видите, посажены густенько. У них уже, так, раз, два, три. Третий лист лезет у всех почти. И никаких с ними проблем. Посадил и только поливай. Видите, какие они? Крепенькие, толстенькие. Там уже у них вот и дополнительные корни. Я завтра их, если буду высаживать, сегодня какой-то ураган налетел, не дал не высаживать ничего. Они примутся очень быстро. Все. Вот петруша здесь у меня. Тройка, сибирская тройка. Демидов, Настенька. Все так хорошо они растут. Я их вынесла в теплицу. Они здесь на солнце. Им не палящее солнце, не холод. Вот без обогрева они стоят, ни холод ночной, ничего не мешает, ничто не мешает им расти, быть такими толстыми, крепкими. И когда у меня спрашивают: вы научите, как нам выращивать такую рассаду? Я всем всегда говорю: это не моя заслуга, это характеристики сорта, вот этих сибирских сортов, выведенных. Каждый раз говорю спасибо вот этим селекционерам, кто их выводит. Выведенные специально для Сибири, для холодных условий, такие неприхотливые, выносливые. Это не моя заслуга, что они такие. Они такие есть. Для сравнения, вот почему я завела о них разговор, высаживаю сейчас бычье сердце. Ну, это ужас. Точно такой же возраст. Вот они стоят. Точно такой же возраст. Также лезет третий листик. Ну, какие же они тоненькие. Они не позволяют ничего с собой делать. Вот только один-два листа начинают сразу распадаться. Смотрите, у них эти стебельки как ниточки. Они же такие капризные. Чуть им жарко, они разваливаются. Чуть им холодно, они сразу скрючиваются. Сорт, конечно, очень хороший. Я его люблю, все. Но как тяжело с ним работать. Это земля и небо. Вы видите, какие они тонюсенькие, былиночки. Это они еще посажены даже реже, чем те. Все просвечивают, ну хотя тоже два листа и третий лист. Вот это земля и небо. Посмотрите, вот это лезет третий лист. И снова вот это лезет третий лист. Конечно, эти туда вглубь даже не заглянешь. Они стоят, их невозможно вот так, ну как, согнуть, чтобы туда заглянуть. Нет, все у них сплошным лесом они. Сейчас покажу сбоку. Они все сплошной грядой идут. Все они там хорошие, они при любом загущении, никаких у них заболеваний, ничего у них нет. Ни разу я не видела, чтобы у них была какая-то черная ножка или еще что-то. Ой, все, перевернула их ногами. Полюбоваться последний раз на вот эти томаты, которые мхом растут. Завтра буду их, наверное, высаживать. Полюбуйтесь. И еще раз хочу сказать, ну до чего же хороши эти сибирские сорта в рассаде. Ни забот, ни хлопот. Советую всем занятым огородникам, работающим, переходите вот на эти сорта. Есть и крупноплодные они, и вытянутые, и круглые, и сердцевидные. Сейчас сортов очень много. И вот кому интересно, я летом буду показывать все-все эти сорта, как они растут, какой они дают урожай, какие они красивые и вкусные. Ну вот даже за одну такую рассаду, полюбоваться вот такой рассадой, я бы посадила их. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Расхваливала наши сибирские сорта, у которых в характеристиках сортовых указано толстый стебель, мясистый лист, самые выносливые. Вот с завтрашнего дня будут жить на улице, без подогрева, без всякой теплицы. И посмотрим, что там с ними.